Это больше зерновой, на высоко росте. В этом году мы его посеяли тоже за 10 гектаров. Хороший урожай, 2 года подряд по зерну. Сыроватый. Хотя в этом году 17,7, 18,3, 17,8. Ну, то есть на сегодняшний день он уже готов. Ну, больше зернового направления. Опять же, видите, початок уже пошел вниз, да, и пошла интенсивная влага отдача. Значит, смотрите, насчет поникновения початка. Очень плохо, когда идет раннее поникает рано початок, да. Тогда перестает нормально поступать пластические вещества. В норме он должен стоять примерно до 40% влажности вертикально, а затем он должен опуститься. Для чего опуститься? Чтобы, если есть поздние осадки, они стекли в коверток и не попали. Если он будет стоять вертикально, попадет здесь, и вот здесь остается, и здесь растает тяну. Поэтому он должен, вот это еще растение, оно просто жирует. Тут еще оно визитирует, да? Но все остальные видно, что, значит, дошла влага до меньше 40. И оно плавно все опустилось. Вот это, ну то есть на это ведет селекция, и это то, что является положительным фактором. Ну, этот фактор мы в минулом году бачили на кукурузе компании, американской компании, где он остался стоять, и просто уже дожди полилися, и фактически убирали останні, да. То есть гибрид виду. Не скажеш, якісь його особливі характеристики, щоб були. Це одне, два роки замічаєш, заходиш, висока внутрішня конкуренція. Тобто посухоустойчивий гібрид і не требує дуже інтенсивних условий проїзростання. А як називається, ви казали? RAM 8149. Він в реєстрі, тобто ми його покрутили, поіспитували і запустили. Хто не використовує інтенсивну технологію, його можна рекомендувати. Да. На зерно. Тобто заходиш і всередині початочки, вони всі однакові, ага, посіяли густіше, вони все одно всі однакові. Ну, видержує хорошо внутрішню конкуренцію. Тобто ошибки він прощає, тобто якщо дуже загустили його. Конечно, если я без баки, но вообще-то будет достаточно, что... Ну, да. Да, да. А 5 тысяч, что даже...